столько тварей развелось. Все такие разные, все такие твари. Я все время наготове. У меня дед вчера на диване спал, к нему в ухо паук залез. Спрашивается, что эту тварь туда поволокло? Хотел что-то деду на ухо сказать, да? В результате у деда сотрясение мозга. Он целый час башкой об стол бился, чтоб паука вытрясти. Я сейчас каждую тварь стороной обхожу. Если, предположим, мне переползает дорогу улитка, я останавливаюсь. Ползи, ползи. Ты ж, сволочь, торопишься. Скотина рогатая. Вчера купил килограмм грецких орехов. Все пустыми оказались. Расколол последний орех, оттуда червяк вылезает и говорит, обидно, да? Может, мне показалось, что червяк разговаривал. Ну, действительно, обидно, да. Сколько тварей. У вас дома мыши есть? А? У нас нет. Их крысы съели. Я на крыс поставил два медвежьих капкана. Ночью слышу щелк. И такой, знаешь, протяжный такой писк. Ну, я с постели вскочил. Ага, попалась голубушка, лежит огромная какая. Свет включил, а это теща. Она, видите ли, в 2 часа ночи вспомнила, что зубы не почистила. Сколько тварей развелось. Сижу дома, обедаю, смотрю, в супе муха плавает. Бассейн себе нашла. Я ей ложкой по башке хрясь. Она под кусок мяса шнырь. Без акваланга. Аж брызги по всему столу. Ну не буду ж я есть суп с мухой. Пришлось отдать его зятю. Но он любит всякие блюда. Из китайской кухни, да. Кузнечики табака, тля по-киевски, жаба в собственном соку, пиявка под майонезом, яйца тухлые. Вот такое вот меню, да. Мне главное говорят, что ты к ним предстал? Они же маленькие эти твари. Маленькие, да? А неприятности от них большие. Да-да-да-да. Вон у меня соседка завела у себя в ванной маленького крокодильчика. А к ней из деревни брат приехал, и в ванну мыться полез. Увидел крокодильчика, подумал, мочалка такая. Пока он крокодил намыливал, тот терпел. Пока мужик крокодилом спину тер, крокодил приглядывался. Пока мужик носом крокодила свой пупок чесал, крокодил уже выбрал. И только крокодил пасть раскрыл, мужик на мыл наступил. Слава богу, крокодил волной отбросил. Шо ха-ха? Ха-ха, вам ха-ха. А этот мужик с тех пор каждой мочалки боится. Перед тем, как мыться начать, он издалека мочалке кусок мяса кидает. Сколько тварей развелось. Неделю назад это было, по-моему. Купил килограмм риса. Сегодня смотрю, пакет пустой. А от полки с пакетом до дырки в стене муравьи стоят цепочкой.
Как китайцы на субботник. Зернышко по зернышку. Сволочи. Передают мой рис в закрома своей родины. Я сгреб всех муравьев в кастрюлю. Говорю, если вы мне рис не вернете, я из вас кашу сварю. Слушай, не надо удивляться. Видно, в природе что-то такое существует. Они меня поняли. Они мне и рис вернули, и от соседа полмешка гречки натаскали. Вот тебе и твари. С ними надо уметь. Ух. Вон, летом свет выключишь, спать ляжешь, сразу над ухом. Свет включил, нет комара. Выключил опять. Включил, всю квартиру обшарил. Нет кровососа. Оказывается, пока я по квартире скакал, он у меня на спине сидел. Ковбой. Ах так, врубил этот фумитокс. Ну, отраву эту дымовую. Врубил. На утро просыпаюсь, смотрю, комар рядом на подушке лежит. Морда вытянула. Хоботок сморжил. Пригляделся, эта жена в противогазе. Ей от фумитокса плохо, комару кайф. Летает и летает. Я ему что, донор, что ли? Каждые 5 минут кровь сдавать. Чё, ха-ха? Между прочим, у комара этот хоботок не одноразовый. Да, он его в кипятке не стерилизует. Я у врача спросил, доктор, от комара можно заразиться СПИДом? Он говорит, тебе чего, девчонок мало, да? Я говорю, меня девчонки не интересуют, меня интересует комар. А что, комар лучше? Что значит лучше? Меня комар так заводит, что я до бешенства дохожу. И как же это у вас происходит? Как у всех, ложусь в постель, он на меня. И что же дальше? Ну ничего, садится, пищит от удовольствия. А потом, как хоботок свой пристроил. Куда? То в ухо, то в нос, то в руку. Смотри, какой извращенец. И что, вам это нравится? Я говорю, что смеетесь? Он же всю ночь с меня не слезает. Что, всю ночь не спите? Сплю, когда он на мою жену перекинется. Доктор как закричит, и с инфарктом на пол свалился. Вот что эти твари с людьми делают. А вы говорите, маленькие. Они не маленькие, они большие. Ужас просто. Вот, как твари.